Библиотека имени Жернакова представляет «Океанский патруль» писателя Валентина Пикуля. Маму будущего писателя звали Мария Константиновна, а папа – Савва Михайлович. Мария Константиновна была родом из Псковской области, а папа – с Украины. Большое влияние на становление Валентина Пикуля оказал его отец. Стремление к познаниям у маленького Вали проявилось рано. Читать он выучился сам, по кубикам и газетам. В 4 года он уже хорошо читал, а в 5 – очень хорошо и очень много. Отца этого это радовало. С каждой зарплатой его папа покупал в магазине или газетном киоске очередную книжечку из детской серии «Книжка за книжкой». Так Валя впервые приобщился к классике, прочитал рассказы Тургенева, «Мамина сибиряка», Льва Толстого. Отец приучил маленького Валю бережно относиться к книге, не загибать листы, самое главное – не рвать. Как самую драгоценную реликвию, которая прошла по жизни вместе с Валентином, хранил сын подарок своего отца – книгу Ольги Перовской «Ребята и зверята», изданную Тергизом в 1936 году. Там была папина подпись «Подарок моему дорогому Валечке. Пиши почаще, не забывай своего папу». 18 июня 1937 год. В это время его отец, Савва Михайлович, был призван на флотские курсы, после чего ему присвоили воинское звание. Желание стать моряком пришло к Вале от отца. Неважно, что Валя пока еще не видел моря, но слышал много рассказов о нем и даже представлял, что оно намного больше Невы. Как вы уже поняли, эта семья жила в Ленинграде. Из 1 по 5 класс маленький Валентин учился в образцовой школе номер 16 имени академика Павлова, расположенной на Бородинской улице. Казалось бы, ничто не омрачало школьные годы мальчика, эту радостную и счастливую пору, хоть и трудную. Но... закончив на отлично 4 класс, мама и сын переехали в город Молотовск на место нового назначения своего мужа и отца. Новая мощная судоверфь на севере требовала новых специалистов. Что представлял собой Молотовск? Этот город – новостройка. Пикуль пишет в своей биографии так. Рефулеры, деревянные мостки, заключенные, вспышки электросварки, запах карбида и свежей сосны. Чуть выйдешь из города, болото, еще не зарефулированное, так что лучше не суйся, провалишься. Город новостройка покорил его своей суровостью и красотой. Здесь было все не так, как в Ленинграде. Заключенные строили дома. На вечных болотах прокладывали новые улицы, даже железную дорогу. В доме пионеров на Индустриальной улице успешно работал кружок «Юный моряк», который Валя усердно посещал. Он там осваивал новые для себя термины. О работе кружка писала и городская газета «Сталинец». Например, есть такая заметка от 26 декабря 1940 года. С увлечением и серьезно занимаются ребята в кружке «Юный моряк» в Доме пионеров, готовя стать моряками. Многие из них имеют хорошие оценки за отличную успеваемость. Витя Грязнов, Валя Пикуль, Коля Чернов. Они лучшие кружковцы,
готовится к сдаче норм на значок «Юный моряк». Это было самое первое упоминание имени Валентина Пикуля в печати. Закончился 5-й класс, и Валя с мамой на летние каникулы выехали в Ленинград. Но грянула Великая Отечественная война. Из блокадного Ленинграда Валя с матерью вырвались к отцу весной 42-го года. Ехали в открытых машинах, полуторках, которые были перегружены. Валя с мамой с трудом добрались обратно, но уже в Архангельск, где находился их отец. К сожалению, отец Валентина Пикуля не вернулся с войны. Имя Савы Михайловича Пикуля увековечено на Мамаевом кургане в памятных списках, которые ведутся в форме алфавитной картотеки. Подвиг Савы Михайловича не забыт и в самом городе Северодвинске. На плитах заводского мемориала среди имен 1483 бойцов, не вернувшихся с войны, отлита и его фамилия. И судьба самого юного Валентина круто изменилась. Поселился Валентин с мамой в заброшенном домике в пригороде Архангельска, в Соломбале. По приказу комиссара военно-морского флота адмирала Николая Герасимовича Кузнецова под номером 108 от 25 мая 1942 года на Соловецких островах была создана школа «Юнг», самая молодая воинская часть, номер 308-35. И был издан приказ к августу, к 1 августу 1942 года сформировать при учебном отряде школу «Юнг» с дислокацией на Соловецких островах. Школу укомплектовать юношами, комсомольцами и некомсомольцами в возрасте 15-16 лет, имеющие образование в объеме 6-7 классов, исключительно добровольцами. В день своего 14-летия Валентин, еще не отправившись от блокады, больной цингой, брел неторопливым шагом вдоль реки. Неожиданно его внимание привлекла группа подростков, примерно такого же возраста, как сам Валя, которые что-то обсуждали. Они стояли около флотского экипажа в Соломбале. «Кто вы такие?» — крикнул им Валя. «Мы юнги». И ребята рассказали ему о школе «Юнг». Конечно, Валя очень сильно загорелся этим желанием. Его мама долго плакала, а ребята «Юнги», успокаивая, говорили ей: «Вы не волнуйтесь, мы постоим за вашего комиссара, мы сбережем его». Так Валентин Пикуль стал юнгой Соловецкой школы «Юнг». Ребята изучали не только морское дело, но и проходили школьную программу. Много лет спустя, уже став известным писателем, он будет вспоминать это время, будет вспоминать своих учителей, преподавателей. И, конечно, о них он тоже расскажет в своих произведениях. Одно из таких произведений – это одно из его самых первых романов «Океанский патруль». Валентин Пикуль в школе «Юнг» получил специальность рулевого сигнальщика по первому классу. И саму школу «Юнг» он окончил с отличием.
Это был самый первый выпуск этой школы. И в их числе был будущий писатель Валентин Пикуль. Валентину, как отличнику, было предоставлено право выбора флота. «Прошу записать меня на Северный флот и направить на эсминец». Среди преподавателей школы Юнг выделялся один человек – Николай Авраамов. Именно он заложил глубокий отпечаток в памяти у многих мальчишек-моряков, в том числе и у Валентина. Он учил их дисциплине, учил их честности, учил их справедливости. Эпилог к своему первому роману «Океанский патруль» он напишет так. «В памяти друзей Юнг, павших в боях с врагами, и светлой памяти воспитавшего их капитана первого ранга Николая Юрьевича Авраамова посвящает автор эту свою первую книгу». Валентин Пикуль был принят на эсминец «Грозный». В трудные годы Великой Отечественной войны основная тяжесть конвоирования судов с поставками под Ленд-Лизу легла на такие корабли, в том числе на миноносец «Грозный». Миноносец «Грозный» отконвоировал без потерь около 800 отечественных транспортных судов, сбил 6 самолетов противника, атаковал 3 немецких подводных лодки, прошел более 50 тысяч миль. Наконец-то война закончилась. У Пикуля была мечта. Он все-таки станет настоящим флотским офицером, как и его отец. У него было направление в Ленинградское военно-морское подготовительное училище. В нем же когда-то и учился и его преподаватель Николай Юрьевич Авраамов. И вот он пошел зачисляться в это училище в Ленинграде. В праздничный, волнующий день зачисления в училище Валентин пришел в морской форме с 3 медалями на груди. За оборону Заполярья, за оборону Ленинграда, за победу в Великой Отечественной войне. После зачисления он пошел обратно домой, и с ним случилась вот такая вот история. В трамвае к нему подошел пожилой мужчина и сказал: «Юноша, снимите чужие медали. За них люди кровь проливали и жизнь отдавали». Проглотив горькую пилюлю, не ответив этому пожилому человеку, что он по праву носит эти награды, Валентин снял медали и больше никогда их не надевал. Занятия в училище начинались с летнего лагеря. В конце августа всех первокурсников отправили на месяц под Ленинград в этот лагерь. Много часов отводилось физической подготовке. Но потом начались сами занятия. Курсанты училища были 6-8 классами образования, угнаться за которыми пятиклассникам Пикулю было очень нелегко. Но вдруг какая-то неведомая сила потянула Валентина к поэзии. И над ним стали потрунивать его одногруппники. Стоит ли заниматься писательским ремеслом, ведь все равно ни Пушкиным, ни Толстым ты не станешь. А я буду писать, как Пикуль. И потихоньку-потихоньку у него стало получаться. Позже он перешел на прозу. И в конце концов это стало делом его жизни. Он стал знаменитым писателем, сумевшим рассказать
людям свой нелегкий опыт военной жизни. Валентин Пикуль считал себя литератором, которого родила война, а флот сформировал его характер. Валентин стал изучать историю. И к публикации его первого романа «Океанский патруль» ему очень помог редактор издательства «Молодая гвардия» Андрей Александрович Хршановский. Когда Пикуль вместе с другими претендентами на издание сдал свой черновой вариант романа, именно на его произведение обратил внимание Хршановский. Он сказал: «Этот человек будет писать». Наверное, это самая большая похвала, которую слышал Валентин за всю свою литературную жизнь. В следующую пятницу Андрей Александрович пригласил начинающего автора на собеседование. Молодой прозаик принес разбухшую черновую рукопись романа. Ознакомившись с ней, уже с полной версией, он дал этой рукописи зеленую дорогу. Андрей Александрович заключил с ним договор на издание романа «Океанский патруль» в издательстве «Молодой гвардии». На слайде вы видите фотографию первого издания этого романа. Именно так он выглядел первоначально. Это была одна единственная толстая большая книга. Может быть, она есть и в ваших домах. Сохраните ее. Это издание уже стало антикварным. Спустя месяц после выхода «Океанского патруля» из секретариата Ленинградского отделения Союза писателей Валентин Пикуль получил письмо. «Уважаемый Валентин Савович, объявлен очередной набор слушателей на высшие литературные курсы при Литературном институте имени Горького. Ленинградское отделение Союза писателей СССР предлагает вам поступить на эти курсы». Было у него и предложение поступить и в сам Литературный институт Горького. Но Пикуль сказал так: «Я хочу изучать то, что мне интересно, а не то, чему учат в институте. Этого не будет. Я не хочу писать под диктовку. В прежние времена не учили писать. А какие мастера выходили? Вспомните врача Чехова, инженера Достоевского, офицера-артиллериста Льва Толстого. Самому надо иметь голову на плечах и учиться. Тогда, может быть, и какой-то толк будет». Имя Валентина Пикуля стало знаменитым в литературных кругах и среди читателей. Его стали приглашать на литературные встречи и читательские конференции. Он принялся продолжать это литературное дело и стал писать другие романы. Роман «Океанский патруль» можно условно разделить на две части. Первая часть называется «Аскольдовцы». И вторая часть, которая называется «Ветер с океана», тоже из двух книг. Пикуль так описывает ту жизнь тех людей, которые волей судьбы пришлось идти воевать, оставив свою спокойную, размеренную жизнь навсегда. С каким уважением, с каким чувством такта он относится к этим людям, к самому себе, потому что ему тоже перепало. Он тоже участник Великой Отечественной войны. В каждой из этих книг в конце есть словарь терминов. Те слова, которые в обычной жизни мы не
они, с ними не разговариваем, в конце дан небольшой словарик каждого термина, в том числе и на морскую тематику. Поэтому эти книги можно читать и мальчишкам, которые грезят стать моряками. Благодаря Валентину Пикулю они выучат морскую терминологию. Валентин Савич Пикуль считал себя счастливым человеком. Пережил блокаду, не помер. Прошел войну, не погиб. С 5 классами образования, как говаривали в старину, выбился в люди. Но вдумаемся, что стоит за этими словами. Какая удивительно наполненная жизнь, какая уникальная и вместе с тем типичная русская судьба. 13-летний мальчишка, блокадный в Ленинграде. Через год учащийся советской школы Юнг. А в 15 лет он становится командиром боевого поста на эсминце Грозный. Это были первые, самые главные подвиги Валентина Пикуля. В библиотеках Архангельска есть полное собрание сочинений Валентина Пикуля, в числе которых и «Океанский патруль», и даже сама биография Валентина Пикуля, которую написала его жена Антонина. Приятного вам чтения и спокойной, мирной жизни.